Как рассказали сотрудники департамента ЧС, в текущем году на территории области произошло 57 возгораний на общей площади более 700 гектаров. Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Приводя статистику за 2016-2017 годы, наблюдается увеличение количества пожаров. В прошлом году всем известно, были трагические факты. Два человека пострадали, ну, в последующем погибли на притушении степных пожаров. И в Касталовском районе это Пастух. Потом были многочисленные, скот погибло в Букиординском, Сырымском, Касталовских районах. По итогам года было проведены итоги, подведены итоги. Всем акимам было выдано упущение ихнее. С целью избежания подобных случаев в текущем году принято ряд мер. В районные акиматы направлены письма о необходимости вывоза прошлогоднего сена, очистки территории от мусора. На территории области создано 7 пожарных постов и 150 добровольных противопожарных формирований. Отдельную готовность к летнему сезону ведут сотрудники управления природных ресурсов. По нашей, значит, управлению, по 8, значит, учреждениям имеется 13, значит, единиц автотранспорта именно для тушения пожара, 114 разных, 36 тракторов и 5, имеется 5 наблюдательные вышки и 172 штуки ранцы для тушения лесных пожаров. Ликвидировать чрезвычайные ситуации приходится и на воде. Согласно статистике, в прошлом году на водоемах области утонуло 18 человек, 5 из которых – дети. Большая часть несчастных случаев произошла в запрещенных для купания местах. Сегодня в области официально зарегистрированы 1 городской и 4 частных пляжа с оборудованными купальными зонами. Кроме того, определят дополнительные территории для купания. Выходить на водоем в остальных местах будет запрещено. Там установят специальные оповестительные знаки. Марина Горбук, Ербуа Маншин, Рустам Джумашев, ТДК-42.